Белоперая рифовая акула, донная акула, держится в чистых мелких вод вблизи рифов. Было зарегистрировано присутствие акулы на глубине 330 метров. Белоперая рифовая акула широко распространена в Тихом океане, встречается вблизи побережья Южной Африки, водится в Красном море, в водах Пакистана, Шри-Ланки, Бирмы, Индонезии, Вьетнама и Тайваня. Обитает на Филиппинах, вблизи Австралии и Новой Зеландии, обычно в Полинезии. В восточной части Тихого океана водится в водах Кокосовых и Галапагосских островов. На север заходит до Панамы и Коста-Рики. Может жить в различных условиях, но наиболее излюбленные места обитания – лагуны, коралловых атоллов и внешняя сторона рифов. Белоперая акула имеет относительно небольшие размеры. Максимально зафиксированная ее длина – 2 метра при весе около 25 кг. Тело рифовой акулы вполне типично для акул, населяющих подводные скалы и коралловые атоллы. Удлиненная узкая форма, слегка уплощенная в передней части, идеально подходит для жизни и охоты в условиях рифа. Голова у белоперой акулы широкая и плоская, глаза крупные и овальные, со специальными мигательными перепонками. Третьим веком. Окраска тела серая, бурая или коричневая, иногда с более темными пятнами. Брюхо светлое, почти белое. Отличительная особенность, давшая название виду, кончики первого спинного и хвостового плавников окрашены в белый цвет. В отличие от большинства других акул, белоперая рифовая акула способна длительное время оставаться практически без движения, отдыхая в пещерах, гротах и прочих подобных укрытиях. Наибольшая активность у этого вида наблюдается ночью. В дневное время акула прячется в скалистых пещерах, откуда неожиданно атакует своих жертв. Охотится она преимущественно ночью, питается осьминогами, колючими омарами, крабами, рыбой, икрой. Белоперая акула способна находить и ловить добычу в мелких щелях и расселинах, выламывая куски кораллов. Охотничья территория у этого вида обычно невелика и часто привязана к определенным скалистым пещерам, где акула проводит дневные часы. Беременность белоперой акулы длится 10-13 месяцев. Самка способна к рождению потомства раз в 2 года. В помете бывает обычно от 1 до 6 детенышей. Сразу же после рождения акулята готова к самостоятельной жизни. Вероятно, вследствие весьма низких репродуктивных возможностей сегодня наблюдается существенное снижение ее численности. Молодые рифовые акулы первое время не удаляются от места своего рождения далее, чем на 3 километра. По прошествии года они могут отправиться на поиски нового места обитания.